Ну вот, доброе утро. Третья часть на подходе. Это у меня вообще третий этаж. Тут еще все такое в ремонте, в ремонте. Вот здесь у меня сидит черепаха под лампой. Вечерами и выходные. Здесь вот у меня купалка, семена, вкусняшки. Пассифлорка моя сидит далеко от солнца. Потому что у меня уже на окне там лаванда и герань. У меня горло болит. Я немножко хриплю. Золотой ус. Проростки. Кипарисик. Щучий хвост. Сегодня буду его пересаживать. Мегера, Арина, да, Арина, Сёма, Сёмка, тебя, наверное, не видно, Сёмочек, ну-ка дай, будешь с этой стороны, Сёмик, вон он, Сёмик, Арина, Арин, что такое, вкусняшку? А я, наверное, унесла вкусняшки, слушай, подожди. Она? Вот так. Сейчас Сёму угостим. Сёма, Сёма, иди сюда. Она, Сёма. Тут вот у меня уже земля приготовлена. Вот это у нас опилки. А вот это гранулы в горшок. Тут вот у меня полка с вкусняшками. И с пустыми банками, и со всяким-всяким. Один кипарис у меня начал дохнуть, отдала им. Не знаю, будут, не будут. Да? Ося и Ася, оба мальчики. Вот этот вот как был облезлый при покупке, так, к сожалению, и остался. Такой его еще и у предыдущих хозяев кошка потрепала. Прихватила у него, короче, что-то там с крылом сломанное. И, ну, кушает, все с ним хорошо, поэтому прекрасно. А он красавчик сидит, перечистит. Да. Большая у нас клеть. Мои цветочки тут. Уже цветочки. Вон Чупа спит. Не буду пока ее будить. Герань. Вот это горошек многолетний. Ну, так, всякая фигня. Да. Аринка. Ариш. Здесь вот у меня вон Адамчик с сыновьями. Да, привет. Привет. Пальчики, смотрите, пальчики. Носик. Носик и пальчики. Обожаю эти длинные пальцы. Веня, Вень, Вентифлюш, Венька, Ади, привет, привет. Я тебе уже давала вкусняшку, не дам. Тут Венька и Шунь. А Шунь у нас, Шунь спрятался, короче. И вон еще сидит Барюха. Баря, Барь, спит. Да? Венька, Венька, Вентифлюш. Ничего не дам, харе. Ну вот, вот у нас камень для сточки зубов. Короче, тут надо наводить такой порядок. Машинку вон надо на ТО отвезти. Ручную, Подольск. Короче, куча дел. Бруснику буду сажать. У меня еще сегодня... Огурцы попозже тоже посажу. Вот такой вот я посадила эту пеларгонию. Люфу сегодня буду сажать. Вот моя люфа, семена.
У меня же теперь есть тепличка, буду в тепличке всякое растить. Всем до встречи!